Осматривают все гидранты, которые есть в городе, а их более 19 тысяч. С помощью этих устройств, я поясню, пожарные машины подключают к водопроводу, чтобы брать воду для тушения. Обычно состояние этой техники проверяют дважды в год, но больше всего проблем зимой. Из-за влажного петербургского климата гидранты попросту замерзают. Специалистам водоканала приходится выезжать к местам происшествия и помогать пожарным с водой. Тушение из-за этого затягивается. Так, на улице Подрезова 9 февраля сгорел не один этаж дома, а целых три. Кстати, именно там, в Петроградском районе, рабочие водоканала были сегодня. Они обработали подземные трубы с помощью парогенератора. По их словам, если бы у пожарных был такой же прибор, с зимними проблемами они могли бы справляться сами, не теряя времени.